Вот Гарик из Одессы спрашивает, а могут ли в Украине в ближайшее время появиться американские баллистические ракеты, направленные на Россию? К тому же США сейчас вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Уважаемый Гарик, ну вот как вы думаете, так может быть, что у вас в России, например, проживает там родной брат, родная сестра, может быть, мама, может быть, отец? Да, вот как вы смотрите на то, чтобы с территории там Одесской области были нацелены какие-то американские ракеты вот на городах, где живут ваши родные и близкие? Ну как? Вот я к этому сугубо негативно отношусь, ровно точно так же, как если бы в ответ на размещение в Украине каких-то ракет американских, Россия была бы вынуждена направить на украинские города, украинские, так сказать, военные объекты, свои ракеты. Это для меня абсолютно дико и противоестественно. Может быть, для каких-то бандеровцев на Западной Украине это нормально, потому что их тезис еще начиная с 30-х годов был уничтожать москалей, русских, там, евреев и так далее, всех инородцев. И они считали, что состояние войны между, так сказать, Московией, как они выражались, и там Украиной, это абсолютно нормальное явление. Но это же люди, так сказать, на мой взгляд, психически абсолютно ненормальные. Вот. И, в принципе, они работают не на Украину, я всегда считал, они не являются никакими патриотами Украины. Это их сделали сейчас, вытащили из каких-то схронов и, так сказать, вот возвели на какой-то пьедестал. На самом деле это враги реально Украины. Это те люди, которые мешают Украине нормально развиваться. Но совершенно очевидно, что даже если предположить, что Украина стремится, так сказать, идти по пути евроинтеграции, то не с Бандерой же и Шухевичем идти по этому пути евроинтеграции. А кто еще может приветствовать размещение, вот кроме бандеровцев, я имею в виду, кто еще может приветствовать размещение вот каких-то чужих абсолютно американских ракет на своей территории, направленных на Россию, братскую страну, по большому счету? Да, сейчас есть конфликт, да, сейчас есть разногласия, но я глубоко убежден, что рано или поздно эти разногласия будут урегулированы, и конфликт будет исчерпан. И что тогда? Почему мы должны, да, ради, так сказать, американских каких-то интересов жертвовать своим народом, своей страной? Не кажется ли вам это дикостью? Абсолютно ненормальной дикостью? Я уверен, что не будет такого, чтобы американские ракеты были бы размещены на территории Украины. Но за это надо, безусловно, бороться, за это надо стоять.